Всем привет, друзья! В этом видео я расскажу, как создать своего бота в Discord. Скачиваем вот этого приложение. Ну, где угодно, например, в App Store. Ну, вы поняли. Заходим. Вот, например, мой бот. Но я вам сейчас создам нового бота. Ну вот, например, напишу. Лимончик. Теперь мы заходим в портал разработчика. Его переглядим. Пишем. Лимончик. Вы поняли. Теперь нам надо... Заходим сюда, AddBot, нажимаем, Reset Token, копия. Ну и дальше заходим опять в это приложение. Блин, ладно уже. Создать нового бота. Так, лимончик. Ваш токен. И вставляем сюда токен. Создать бота. Вот, лимончик. Смотрите, он сейчас не онлайн. Чтобы сделать его онлайн, надо, ну, например, вот это. Мне так удобнее. 5, 6, 7. Вводим. У нас 30 минут есть. Вот команда просто простая. Ну, например, если вы хотите у кого-то взять команду и вам лень, вы можете сюда вот просто это, вот популярное, новое, все такое. Я вот, например, выберу команду пол, добавить в бота. Так, теперь захожу в Discord. Ну, захожу, допустим. Я забыл это добавить бота самого. Сейчас добавим. Ну вот, лимончик. Где тут? Пригласить бота на сервер. Ну вот, лимончик. Потов. Ну, пусть будет все эти... возможности. Не обращайте внимания на звуки, это мой брат там дурачится. Ну вот. Вот зашел уже. Вот лимончик. Собственно. Теперь, например, там пишем пол. Например, я напишу три точки. Ну, точечки просто. Ну вот. Это нам не надо. Вот. Например, вот по... Ну, типа, можно сделать идеи так. Ну все, я буду уже с вами прощаться. Всем пока. Это был Генитх.